Всем привет! Едем сегодня на разведку, на сморчковую разведку, потому что у нас за окном сейчас март месяц. В том году сморчковая шапочка у нас началась примерно в 20-х числах марта, но было намного холоднее, чем сейчас. За бортом уже больше недели держится больше 20 градусов, иногда достигает 25-26. По ночам температура исключительно только плюсовая, это даже плюс 10 иногда бывает, что не может не способствовать нашим весенним грибам, то есть сморчковым шапочкам в первую очередь, которые идут самые первые. За сморчковой шапочкой мы сегодня отправимся с вами не в лес, как обычно, а в ту же посадку. Будем искать сегодня наличие появившихся сморчковых шапочек. Что из этого покажет наша разведка, сказать не могу, потому что, конечно же, для прошлых годов, сегодня мы выезжаем достаточно рано за ней, но разведка есть разведка. Так что пожелайте мне удачи, и мы поехали. Если вы досмотрели это видео до конца и не увидели в нем сморчковой шапочки, то знайте, сморчковой шапочки пока у нас в лесу еще нет. Есть цветы, есть саркосцифы, есть всевозможная трава, жучки проснулись, ящерки бегают, но сморчковой шапочки пока нет, пока еще рано. Всем пока, не теряем надежду, в следующие выходные отправляемся опять искать.